Всем привет! Перед тем, как отправлять в кузовной цех, решил я все-таки поискать бампер сам, чтобы не тратить 25 тысяч на бэушный и явно треснутый, либо поцарапанный, который все равно придется перекрашивать. Я решил взять новый. Новый, который сделали ребята из гаражей. Ну, типа, собственное производство, лучше, чем Китай, Тайвань. Станет как литой, как родной, уверяли они. Ну, в принципе, я его взял, прикинул, и он, да, действительно становится идеально. Что еще хотелось бы добавить, помимо этого всего? Ссылка будет в описании, конечно же, на этих ребят. Ну, то, что я смогу найти. Ну и, как бы, самая интересная плюшка, в нем есть два кронштейна для крепления. То есть мне не нужно будет отдельно докупать там усилитель и все остальное. Хотя нужно будет только левый молдинг купить и все. Вот это где-то 1300-1500 стоит в этих степях. А бэушная, либо может быть даже новая поискать. В общем, как-то так. Ну вот и собственно сам процесс поиска. Здесь заключается в том, что, в общем, как-то так, 20 тысяч. Вот. Ну и что мы тут видим? Да, он весь поцарапан. У него сломано ухо, скорее всего. А вот это вот, это как бы стоит 20 тысяч. По-моему, это не стоит 20. Что тут еще есть интересного? Ну вот, допустим, за десятку. Что можно позволить себе за десятку? Сломанный угол. Без креплений. Как таковых, ну, как-то не очень. Дальше что-то пожирнее, вот 23. Что же за 23? Мы получаем новый, ну, уже в грунте, я так понимаю. Да, тут есть крепление. Да, это новый. Но также можно найти и этих ребят, которые продают совсем по другой цене. Ну вот 25 еще. С одним катафотом. Поцарапанный. Но зато за 25. Оригинальный. Что тут еще есть? Царапки в основном. Ничего интересного, но 25. Отдельно усилитель. В общем, цены аховские. Это, конечно, жесть. Ценники. Отдельно вон кронштейны. Заднего бампера. Ну, не знаю, в общем. Ценник бомба. Вот мы можем за 1500 взять бэушный молдинг. А можем... грунте за 1600 новый. Ну, естественно, за штуку. Вот бампер. Что тут еще есть интересного?
В общем, такие вот цены. Балка задняя за 12. И это БУ.